Ребят, всем большой привет, с вами Раиль Арсланов, и это «Хижина музыканта». Узнали, да, эту мелодию? Из того самого фильма «Каникулы строгого режима». Очень-очень давно вы меня просили разобрать эту песню, наконец-таки я добрался до этой песни, и сейчас покажу вам, как ее играть от и до. Поехали! Ребята, ежедневно получаю в личку и на ютубе такой вот вопрос: какая у меня гитара? Та самая, на которой я частенько играю на видео, вы видели. Эта гитара называется Ibanez PF15EC. Запомните раз и навсегда. Хватит спрашивать. Эту самую гитару я как раз таки приобрел в магазине Musturg. И совсем недавно Musturg открыл свой собственный канал на ютубе, где вы сможете послушать, как звучит тот или иной инструмент, который вам понравился. Сможете посмотреть характеристику того или иного инструмента, описание, послушать, как играют на ней профессионалы, и, конечно же, приобрести. Ссылка на канал Musturg будет в описании под видео. А сегодня будем разбирать песню на вот такой вот испанской гитаре, которая называется Куэнза. Тоже замечательно звучит, я люблю ее. Ребят, давайте приступим к разбору. Первый кусочек будет звучать так. Полуаккорд D, полуаккорд EM, но по сути это EM. Зажимаем первую струну на третьем ладу, потом на втором, и потом, когда зажимаем на третьем, дергаем вместе с четвертой первую струну, которая зажата на втором ладу, кстати. Вот. Открытая третья струна дальше, и вторая струна на третьем ладу, зажатую, дергаем. То есть, когда мы ставим вот этот аккорд, сразу ставьте вот все пальцы, которые я вам сказал. То есть мизинец на третьем ладу первой струны, средний на втором ладу на всякий. Вторую струну на третьем ладу зажимаем безымянным пальцем. И указательным зажимаем четвертую струну на втором ладу. Получается раз, два, три. Собираем, вот средний остается, остальные все подключаем. Еще раз. Дергаем четвертую со первой струной. Потом спуск. 3, 2, 1, 2, 3. То есть спуск, да? И главное здесь тему показать. Еще раз говорю. Остальное не важно. То есть первые три ноты только важны. Дальше аккорд С. Спускаемся с пятой струны по первую. И поднимаемся до четвертой. Дальше аккорд соль, то есть нам нужны только
басовые струны. Шестую и пятую на третьем и втором ладу сжимаем. Четвертая открытая, третья открытая, потом вторая открытая на первом ладу, на третьем и аккорд ре. То есть четвертая открытая, третья на втором ладу. Получается. Потом добавляем третий лад, второй, третий. Потом открытая. То же самое, как в начале, только не с третьего лада играем, а с открытой первой. То же самое сыграли, то есть шестую и пятую вместе. Четвертая, третья, открытая. Потом играем чуть-чуть другой рисунок. То есть первая струна на третьем ладу. Еще раз дергаем и слайд на пятый делаем. Седьмой лад. И аккорд ре мажор опять-таки. Четвертая открытая, вторая, третья на седьмом ладу и первая на пятом ладу. То есть... Еще раз. Дергаем потом вторую струну на седьмом ладу и опять-таки пошло. Это связь. Желательно не одним пальцем это сделать. Дальше все так же. Ну, прежде чем пойдем дальше, давайте-ка еще разочек сначала проиграем до этого места. Первой струны, то есть дергаем третью струну на втором ладу, срываем пулов, то есть потом четвертая струна на четвертом ладу и на втором ладу, то есть дергаем ми и ми шестой струны два раза получается. Дальше опять С, традиционно вниз, вверх и соль. То есть четвертая, третья, си, до, ре, ля. Опять добавляем третий лад второй струны, второй лад первой струны и снова третий лад. И с этой частью мы разобрались. Молодцы. Ребята, двигаемся дальше после этого, вот этого. Сюда, на 14 лад резко с ре, отсюда на 14 лад второй струны нужно переместиться. Чисто на октаву выше сыграть. Берем вторую струну на 14 ладу. Если будет вырез, будет круче, удобнее. 14 лад, первая струна на 12 ладу, на 14 и на 15. То есть дергаем 15 лад первой струны вместе с 6 струной. Потом зажимаем 4 струну на 14 ладу, а 3 на 12. Потом первую струну дергаем, потом вторую на тоже 15 ладу, потом на 12. Итого получилось. Дальше зажимаем шестую на восьмом ладу, а пятую струну на седьмом ладу. То есть дергаем пятую и шестую вместе, потом пятую еще раз и зажимаем первую и вторую струну на восьмом ладу. Дергаем два раза первую, потом вторую и третью открытую. Получается.
потом зажимаем четвертую струну на девятом ладу, так, вторую на восьмом и первую на седьмом. Тоже переигрываем две струны, третья открытая, то есть дергаем первую и четвертую, вторую, первую, первую, вторую, еще раз, и третью потом. И опять-таки этот нам знакомый аккорд играем. То есть зажимаем первую струну на пятом ладу, дергаем вместе с четвертой открытой, а вторая и третья струна на седьмом ладу. То есть вниз спускаемся, раз, два, три. Потом опять резко перемещаемся на четырнадцатый лад. И то же самое проигрываем. Раз остановку делаем, дергаем четвертую на девятом ладу и первую на седьмом вместе, потом вторую на восьмом ладу и доигрываем, то есть первая струна на десятом ладу, на восьмом, на седьмом и опять аккорд наш ре мажор. То есть дергаем четвертую открытую с первой струной на пятом ладу. Вторая, третья на седьмом ладу. Вниз и вверх. Еще раз повторим с 14 лада. Дальше. Потом зажимаем первую струну на седьмом ладу. Играем как Nothing Else Matters. Ну, вы поняли, в какой песне. Металлика. Дергаем шестую и первую. Потом вторую, третью. Первую, вторую, третью с вибрато. Потом пятая на третьем. Четвертая на втором. Открытые остальные. То есть раз, два, три сыграли. Потом первую на третьем. На втором. Срываем на нулевую, то есть, и 2-0, и 2-0, соль сжимаем, аккорд соль, со второй дергаем вместе шестой, четвертая, третья, еще раз соединим, дергаем шестую вместе со второй струной, потом четвертую и третью дергаем, еще раз, потом сжимаем первую лад второй струны, а четвертая и третья остаются открытыми, то есть получилось. И традиционно зажимаем третью на втором ладу, дергаем вместе с четвертой струной, потом вторую струну на третьем ладу и на втором ладу первой струны. Сюда перемещаемся. Ребята, повторим седьмого лада. Самое, и остановку делаем на вот этих двух струнах, то есть четвертая открытая, третья на втором ладу. И начинаем все как сначала.
конце что делаем? После вот этого аккорда третий лад, второй, третий, потом третий лад первой струны, второй лад и проводка вниз. И, друзья, не играйте только одним первым пальцем, прошу вас, чередуйте. Это помогает вам развить ваши все пальцы. Они все нужны, поэтому играйте, как я играю. И четвертым, и вот этими, короче, всеми четырьмя пальцами, кроме мизинца. Везде чередуйте. Ребята, сегодня просто холодный день. Просто морозильник на улице и буран. Плюс ко всему. Поэтому расположился около батареи, чтобы пальчики свои согревать и играть на гитаре. Потому что вы знаете, когда холодные пальцы, бывают промахи на гитаре. Пальцы не двигаются из-за того, что они подмерзшие. И это все сказывается на звучании, конечно же, и на беглости. Ребята, с вами был Раиль Арсланов. Это была Хижина музыканта. Если понравился вам разбор, ставьте лайк. Если хотите больше инструментальных пьес, ставьте лайк. Набираем 2000 лайков, выходит новый разбор какой-либо песни чисто на гитаре. Если кто-то из вас еще не начал учиться играть на гитаре, но очень хочет научиться после этого ролика, ребята, я выпустил самоучитель игры на гитаре, который называется «Освоим гитару за 7 дней для новичков, полных нулев». Ссылка на этот курс будет в описании под видео. Переходите. Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Респектую тебя с миром, если это лайк.